Зависимость в отношениях – это часто пограничное состояние между мужчиной и женщиной, потому что женщина от отношений хочет одного, мужчина – другого. Но зависимость, как и любая другая, она всегда имеет свойство повышать эту дозу. И женщина пытается повышать это именно за счет этой зависимости, заполняя собой пространство мужчины. Сначала ей мало его звонков. Она начинает сама ему названивать. Дальше ей становится этого мало, ей уже хочется чего-то больше, она требует к себе больше внимания. Дальше ей и этого становится мало. Она уже хочет мужчину лишить своего мира, и чтобы этот его мир крутился только вокруг нее. А для мужчины в таких отношениях он чувствует опасность, что кто-то претендует на его пространство. Поэтому перебор в отношениях для мужчины – это, как правило, начало конца. И получается, как в той сказке о рыбаке и рыбке. Только там бабка осталась у разбитого корыта, а мы остаемся у разбитых отношений. Потому что мужчина такой натиск в отношениях просто не выдерживает.